Во Владивостоке торжественно открыли памятник, посвященный сотрудникам ОМОН, погибшим при выполнении служебно-боевых задач. В церемонии принял участие вице-губернатор, заместитель председателя краевого правительства. По его словам, памятник станет данью подвигам сотрудникам ОМОН, их отваге, доблести и героизму. Мы помним героев, которые отдали свою жизнь во имя долга, во имя безопасности и спокойствия граждан. Они навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах. От лица губернатора Приморского края говорю спасибо за их подвиг во имя Отечества. Низкий поклон героям. Напомним, в Приморье ведется работа по поддержке военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции. Жители края, кто чем может, помогают нашим солдатам. Дети в школах пишут письма, мастерят окопные свечи, общественные организации и бизнес формируют адресные сборы гуманитарной помощи. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.